Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 мая. Страдание святого мученика Георгия Нового. Наименование Нового своятся святому Георгию, в отличие от других святых с именем Георгия, подвязавшихся значительно ранее его. Святой Георгий был сыном благочестивых родителей. Он имел отца по имени Иоанна, принадлежавшего к числу знатнейших вельмож города Средца, и мать по имени Марию. Георгий был дарован родителям своим по их усердной молитве, ибо они достигли уже преклонного возраста и не имели детей, подобно древним Аврааму и Сарре. По этой причине Иоанн и Мария усердно молились ко Господу, его пречистой матери, и святому великомученику Георгию Каппадокийскому, разумеется, святой великомученик Георгий Победоносец, в церковь всего угодника Божия они приходили ежедневно, творили здесь милостыню, и усердно молили Господа, да разрешится неплодство их, и Господь не презрел их молитвы, но дал им в старости плод чрева мужеского пола. И Иоанн и Мария принесли младенца в храм святого великомученика Георгия, крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дали ему во святом крещении имя Георгия. Отрок воспитывался в страхе Божьем и был обучен чтению книжному. Георгий скоро настолько хорошо изучил Священное Писание, что превосходил своими знаниями всех своих сверстников. Когда Георгий достиг юношеского возраста, то был весьма похож красотой лица своего и целомудрием своим на древнего Иосифа. В то время Болгарией владели сарацины. Когда блаженному Георгию исполнилось 25 лет со времени его рождения, родители его в это время уже отошли ко Господу, то сарацины начали склонять его к своему нечестию, говоря ему: «Георгий, оставь христианство и прими нашу веру. Послушай посланника Божия Магомета, прими наш закон». Магомет или Махомет, основатель мусульманской религии, жил в конце 6 и начале 7 века, после Рождества Христова. При этих словах сарацины начали возлагать на честную главу святого Иоанна тафию, шапку, которую по своему обычаю носили на головах своих, и в которой входили в свои молитвенные дома. Но святой отвечал им, говоря так: «Не подобает нам, христианам, подражать нечестивым обычаям вашим и носить на головах своих тафии. Не подобает нам отрекаться от Христа Бога, истинного Творца неба и земли, и лишать себя плодов крещения святого. Скажите мне, могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни Богом, ни Божьими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося с собой хоругви дьявола? Вот вы и сами не знаете, во что вы веруете, вы сами отступили от пути истинного». Обличив так сарацин, святой Георгий начал громогласно исповедовать Христа истинного Богом, Создателем истинным и Творцом всего существующего, видимого и невидимого, земного и небесного. Затем, плюнув в лица нечестивым и назвав их людьми безбожными, святой бросил на землю тафию и начал попирать ее ногами, говоря сам себе: «О, Георгий, чего ты медлишь? Христос призывает тебя!» Нечестивые сарацины, исполнившись гнева, взяли святого и с великими побоями и руганью представили его своему правителю, донося на него и говоря: «Вот этот хулит и поносит нашу веру!» Егемон же, будучи поражен красотой лица святого и его мужественным взглядом, начал с лестью говорить ему: «Если отречешься от Иисуса Христа, которого вы называете Сыном Божиим, если подчинишься приказанию самодержца Селима», это первый султан турецкий, царствовал с 1512 по 1520 год, отличался необыкновенным фанатизмом, религиозной нетерпимостью, «и исполнишь его волю, этому Селиму многие царства повинуются, то получишь многие дары и всевозможные почести от царя нашего, и будешь
поставлен начальником всех воевод великого города Свеца. Но мученик Христов снова исповедал Господа Иисуса Христа в присутствии многочисленной толпы сарацинскую же веру, обличил и укорил. Тогда мучитель, придя в ярость, приказал бить палками святого без милосердия. И мучим был святой Георгий жестоко, так что его плоть прилипала к палкам, кровь же его текла каплями из язв. Но, несмотря на это, святой не показывал намерения подчиниться нечестивому повелению царскому. Тогда правитель приказал резать его по всему телу ножами, с головы до ног, и опалять его раны горящими свечами. Все тело святого было опаляемо свечами, так что не было видно и лица его. И начала таять плоть его, как тает воск от огня. Но мученик Христов доблестно переносил страдания, призывая и исповедуя имя Господа Иисуса Христа. После этого мучитель приказал воинам водить мученика по городу, ударять в тимпаны и кричать: «Не ругай посланника Божия Магомета и не поноси его предания о вере сарацинской!» Святой же молился ко Христу Господу и увещевал сарацин веровать во Христа. Потом нечестивые разложили большой костер посередине города, намереваясь сжечь святого. И введен был мученик Христов Георгий на приготовленное место для сожжения. Но, изнемогши от ран, он упал на землю безгласным, только уста его двигались, призывая на помощь Господа. Сарацины же, взяв святого еще живым, бросили его на костер. Так окончил свой страдальческий подвиг мученик Христов Георгий. Нечестивые сарацины бросили в костер и много псов, для того, чтобы христиане не могли распознать мощей мученика. Но Бог прославил угодника своего. Внезапно на место то нашло облако с громом и молнией, и поднялся великий дождь, который погасил огонь так, что от костра не было даже и дыма. Сарацины же, испугавшись столь великого чуда, разбежались от того места. Между тем дождь шел до самой ночи. Когда наступила ночь, то над тем местом, где было сожжено честное тело мученика, явился свет весьма великий, который озарил все то место. Тогда протоиерей соборной церкви в честь святого великомученика Георгия Каппадокийского отправился вместе с прочими христианами к судьям и, дав им деньги, и спросил у них позволения взять честные мощи святого мученика и предать их обычному погребению. Когда судьи выразили свое согласие на эту просьбу, то протоиерей тот пошел к митрополиту Иеремии и возвестил ему все о святом мученике. Митрополит же отправился к мощам святого мученика с большой поспешностью и верою в сопровождении всего священного собора и многих христолюбивых людей, пением псалмов и песнопений со свечами и кадилами. Разгребший пепел на том месте, где виделся свет, христиане обрели честные мощи святого мученика Георгия Нового, невредимыми от огня. Кости же псов обратились в прах и пепел. В тех же местах, где святой мученик Христов был водим ночью по городу и где капала кровь его, ночью являлся свет как бы от свечи горящей. Это видели все христиане. Взяв честные мощи святого мученика, митрополит положил их в раке в храме святого великомученика Георгия Каппадокийского. Здесь почивают честные мощи святого мученика и до ныне, и по благодати Божией подают исцеление всем с верой приступающим к ним. Пострадал же святой мученик Христов Георгий в болгарском городе Стреце, где и был воспитан. Свой мученический подвиг он принял в 7022 году от сотворения мира, от Рождества же во плоти Бога Слово в 1514 году, в 26-й день месяца мая, царствование над всеми Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава, со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь. По мнению некоторых, святой Георгий пострадал 11 февраля. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.